Здравствуйте, уважаемые зрители. Значит, по поводу видео там Ленр в электронной лампе под названием с вопросом. Возникают там некоторые вопросы по поводу гетера. Это вещество, которое показывает, есть ли вакуум. Это блестящее покрытие на стекле, которое из себя должно представлять какой-то металл, который реагирует с кислородом. То есть, когда лампа теряет вакуум, попадает кислород, окисляет этот металл, и он превращается в этот белый налет. Вот эта лампа, это две одинаковых лампы, она использовалась как рентгеновская трубочка, то есть для проверки. Вообще это диод, вакуумный диод. Ну, в общем, проверилась она, работала, но потом я подавал более мощные импульсы на нее, и она вышла из строя, причем сразу же. Там были какие-то внутри там пробои, не пробои, непонятно что, но рентгеновского излучения уже не фиксировалось. И вот видно, что она потеряла вакуум. Вероятно, импульс был такой силы, что как-то там какая-то микротрещина образовалась. И вот блестящим он должен быть, когда вакуум на месте. Так что вот материал для размышления к тому видео, ссылка на которое будет в описании. И вроде как все. Спасибо за внимание.